Всем привет! Вы на канале Акваёж. И сегодня я вам расскажу про свой домашний морской аквариум. Давно ничего не рассказывал, потому что в принципе все происходит здесь очень медленно. По живности. Появился у меня тюлевый апогон. Он уже живет у меня больше месяца. Хорошо кушает. Чувствует себя прекрасно, активный. Парочка оцеллярисов, один достаточно более крупный, растет быстрее, другой мелкий, он прячется. Вот этот больше его периодически гоняет, но в принципе особых активных агрессивных действий я не заметил. Ну и креветка доктор, как всегда, на своем месте, следит за порядком в этом аквариуме. Только что делал тесты. И, в принципе, показатели меня устраивают. PH 8. Есть немножечко нитратов и фосфатов, но я с этим борюсь с помощью водорослевика, который сделал в этом вот отсеке. То есть здесь у меня вот есть колония водорослей, и круглосуточно горит светильник. Водичку я меняю в этом аквариуме не так часто, как нужно было бы. То есть для такого маленького аквариума подмены воды 10% нужны раз в неделю. Вот. Я это делаю раз в 2 недели, раз в месяц в лучшем случае. Вот сейчас тоже буду делать подмену. Соль я использую Aquaforex. В принципе, качеством ее доволен. Здесь у меня нет ничего прихотливого и суперсложного. Но меня это все устраивает, потому что не всегда хватает время дома уделять много своим аквариумам. Поэтому я не стремлюсь держать что-то очень супер-пупер прихотливое. При этом есть моменты, когда мне нужно уезжать. За аквариумом просто некому смотреть. Из другого оборудования, которое работает у меня в этом аквариуме, это помпа течения. Также родная помпа этого аквариума. Светильник Aqualighter 3 с контроллером, который регулирует день-ночь. И обогреватель на холодное время года. Также есть электронный градусник, хотя у контроллера тоже есть термопровод, который показывает температуру. Ну вот они немного разные показывают, один 25 градусов, другой 24. Ну средняя, наверное, 24,5. Так, в принципе, аквариум потихонечку развивается, медленно-медленно растет. Вон там появилась красная губка, которая постепенно начинает зарастать на задней стенке. Вот. Сейчас покормим нашу рыбку. Для этого я отключу помпы течения, чтобы не разлеталось по всему аквариуму. И покормим их. Они уже чувствуют, течение перестало работать, и они уже знают, что сейчас будут их кормить. Ну давайте, мои малыши. Кормлю их мороженой Артемией. До этого, пока клоуны были совсем маленькие, кормил циклопом мороженым. Вот как они активно кушают. Сам аквариум фирменный от компании Fluval. Fluval Flex. Мне очень понравилась
то, что есть задний такой самп, в котором можно разместить все необходимое оборудование. В этом же отсеке, где у меня работает водорослевик, можно поместить небольшой скиммер. Поэтому, кому интересно, у кого есть такие аквариумы, я знаю, многим участникам конкурса Акватера Шоу достались они в подарок. Если у вас есть желание сделать у себя дома небольшое море, пожалуйста, пользуйтесь моим опытом. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я буду на них отвечать. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет это очень приятно. И задавайте вопросы, я буду делать видео, отвечать на них. Всем спасибо, пока!